Привет, друзья, меня зовут Алекс, и мы проходим игру Sully Face, часть, которая называется Скверна, то есть глава 2. И мы, как я и обещал, пойдем проходить шестой уровень этой замечательной компьютерной игры в игре в компьютерной. Глава 6. Молодая оккультистка очутилась в бесконечном лабиринте замка, находясь в поисках последнего компонента, который потребовал совет. Ага, это оккультистка. Понято. Пойдем вначале налево. Ну, а что, как всегда, собственно. Налево, а потом все остальное пробовать. Потому что все умные люди, они типа считают, что ага, налево ходить плохо, значит там наверняка ничего нет. Поэтому, в первую очередь, налево мы с вами и пойдем. Блин, там и вниз можно пойти. Налево, вверх мы вначале пошли. Налево, вверх мы с вами пошли. Чтоб если вдруг здесь будет тупик, чтоб не возвращаться, помер, да и хрен с ним. Налево, вверх, вверх, вверх. Короче, налево и вверх, 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 вверх. Это компонент, мать его, за ногу. То есть их получается много, что ли? Теперь налево, вверх и вниз. А, вероятно, мы выйдем сейчас в центре, откуда мы начинали. Да, точно. А, это которые мы взяли, их должно быть, видимо, 5. Пойдем снова налево, только на этот раз уже налево вниз. Надо не наступить на эту срань. Быть предельно аккуратным. Так, здесь что-то страсть какая-то. О, еще один. Мать твою, я думал, я наступил и помер, я ее взял. Меня аж прям током прошибло вообще. Я думал, все, пипец, заново проходить этот момент. Уже две черепушки мы с вами взяли, блин, и заново проходить. Да это просто безумие какое-то было бы. Так, поехали. А, их, наверное, 3. Почему я думаю, что 5? Мне кажется, что их должно быть 5. Нашли мы 2. Но место на экране под 3. Делайте ставки и пишите в комментарии прямо сейчас, сколько должно быть этих черепушек. Пока мы идем, у вас как раз есть время написать в комментах, сколько их всего должно быть. Идем наверх. 3 или 5? Страшные ступенчатые места. Уже в шахматном порядке. Ух ты, елки-палки. Вот он. Компонент. Все? О! Я достал все необходимые. Замечательно. Приготовление окончено. Это же совет какой-то городской. С оккультистами. Оставайся внутри круга, пока мы проводим ритуал призыва. Понимаю. Ну, типа ты жертва, ты это понимаешь? Так это вот таким макаром красноглазый этот и родился. Жертва призыва. То есть эти дебилы призвали этого красноглазого черта. Причем этот черт красноглазый, по сути, это... И есть как бывший оккультист. То есть это человек бывший. Лиза, ты жива, Лиза? Ну хорошо, что с тобой все в порядке. Давай мы с тобой попытаемся поговорить. Тебе что-нибудь нужно? Не труждай себя, Сал, все хорошо. Лали обо мне хорошо заботится. Это импровизация. Ха-ха-ха! Точно, сейчас в домике наверху будет паранормальная срань какая-то. Дом такой одинокий стоит, вообще просто обалдеть. Игруха вообще классная, мне нравится. Даже, ну не то чтобы прям я жалею, что я в нее раньше не играл, ну, бляха-муха, классная игра. Надо было раньше ее начать проходить. Ну, как говорится, всему свое время, вот время пришло. О, да. Ну-ка. Кто это? Сал?
Вы кто? Джим Джонсон? Не-не-не-дон-сал. Нижненьку. Вы пропадаете, плохо слышно. Прости, у меня мало времени. Ну прекратите же помнить о красном шаре. О чем вы? Что вы такое? Жин... Диос, ты не зовут красный шар. Все умереть, все... Короче, в какой-то квартире красный шар. Только я решил, что при призраком, а тут такое. Что бы это ни было, ну и странная у меня жизнь. Но думаю, стоит снова сходить туда и узнать, нашел ли он что-нибудь. Я почему-то думаю, что он нам сказал про какую-то квартиру. Красный шар. Там на самом деле было послание, надо было просто повнимательнее читать немножко. Я просто увлекся озвучкой, чтобы озвучить прям похоже так, чтобы было на то, что там было написано. Но я уловил то, что в квартире красный шар и не умереть, потому что что-то опасное ждет нас. Че, Ларри? Зацени мой супер гейбой. Это тот смастерил? Слушай, очень круто прям, погоди. Что, моя рация? Ой, да, ему понадобились ее части для апгрейда. Надеюсь, ты не против, я могу достать нам новые. Блин, да ладно, ничего страшного. Надеюсь, это поможет нам разузнать побольше про призраков и мое проклятие. Согласен. Hasta la vista, Салли. Кстати, красная сфера. Я не вижу. Одноглазый клоун, это точно не то. Может быть, у Лизы есть красная сфера? Лиза, тебе что-нибудь нужно? Для себя? Так, ладно. Угу. Кстати, у нас открылся новый уровень. Давайте новый уровень пойдем. Играть. Какой уровень будет у нас? Second Providence. Так, вторая глава. И таинственная пожилая дама в последний раз посмотрела в глаза Джиму и произнесла: если ты найдешь дверь, что можно открыть этим ключом, мы поведаем тебе все тайны вселенной. Ну, типа кнопка, да? Ага. О, головешкой задел. Окей. Это типа нажато уже? Нажато уже. Ладно. Следующая головоломка. Так. Так, понято. Ага, кнопка там внизу. Да, мини-игры эти тоже муторные достаточно. Там вот сюда сейчас, смотрите, вот мы кнопку нажали, столбы опустились. Нам довернуться. И главное не поджарить все либо пятки, либо головешку. Лысина-то у него уже, видать, поджарена пару раз. Раз волосы делись куда-то. Так, это что за... хрень. Похоже на какой-то... Нет, это всего лишь навсего похоже. Ай, башкой задел. Ну ладно, главное то, что не с самого начала. Ага. Так, значит, нам надо все-таки вертаться взад, потом вот сюда. Нет, не сюда. Вот здесь. Открылись там. Теперь нам надо... Бляха-муха, вот тут кругами бегать не. Прям похоже, кстати, отчасти похоже на машинариумовские подсказки о прохождении игры. Там тоже надо, чтобы загадку не решать, можно в игру сыграть. Там, где ключик летит и все расстреливает. Я нашел! Осталось 4 главы. Угу. Можно было вот так вот просто все делать. Я на паузу ставил. Вообще, блин. Так. Слышь?
Ага. Обедимся. Ага. Так, тот на каком этаже живет? По-моему, на втором. Да? По-моему, на втором тот живет. Я угадал. Тот. Ну ладно, раз Салли сказал... Цель поговорить, что там в квартире 202. Ну, понятное дело, если мы в квартире Тодда, значит, точно 202 квартира. Тодд, у тебя клавиатура гремит. Странно, но я не могу отыскать никаких записей о прошлых убийствах. Находится только информация про нашего общего друга Чарли. Но посмотри на его фотографии в общедоступных документах. Какого? Бля, это вообще другой человек. Типа, местный убийца получил пожизненное. Все чудесатие и чудесатие. Нигде, даже в засекреченных документах, нет ни слова о полицейских, которые приезжали в день убийства миссис Сандерсон. Словно их тут и не было. Или будто их вообще не существует. Как такое возможно? Я не до конца уверен, что... Но я кое-что нашел. Дело о пропаже человека от 1987 года. Меган Холмс 7 лет жила в апартаментах Эдисона со своими родителями Люком и Стейси. Ну ей типа 7 лет. А мы же за нее уж сыграли. Похоже, речь шла о твоей подружке сверху. Судя по всему, она и есть та дочь, о которой говорил в моей ванной Грег. Сверху, сверху, сверху. Сверху. А что у меня... Соседка сверху есть. А, та девчонка в ванне. Точно. И Грег говорил. Это значит дочка Грега. И все сходится, да? Только вот снова странности. На следующий день после заполнения изначального отчета он был обновлен. Информация о том, что девочку нашли мертвой в озере Виндиго. Оно на несколько миль южнее отсюда. Вместе с ее родителями. Тут говорится, что они упали в воду и утонули, когда рыбачили. Грязь оплыла или что-то типа того. Это она, наверное? Это точно она. Погоди-ка. Я уже видел этот крестик. Я уверен, когда мы с ней разговариваем, она его не надевает. Но я стопудово где-то его видел. Фото Меган незадолго до ее смерти. Возможно, крестик на ее шее имеет какое-то значение. Ты не смог призвать ее даже с помощью приставки, но может получится, если найдешь крестик. А ведь логично звучит. При жизни у нее была какая-то связь с этим местом. Теперь остается только вспомнить, где же я, блин, видел эту хреновину. Крестик, 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 крестик. Ты точно видел? Ну если ты видел, значит и я видел ее, да? Или нет? Блять, как стучишь, так они кашляют. А пока они стучишь, они радуются, поют, там счастливые. Гады, а? Притворяются? Занимаются там непотребствами всякими. Крестик, 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 крестик. А где крестик-то мог видеть? Да не в туалет, иди, Салли. Что ж ты, хоть на улицу пойдем? Ну, в смысле, в коридор. Крестик, крестик, крестик. Здесь понятно. Здесь козы что-то пилят. Ладно, по всем квартирам пройдемся, чтобы ничего не упустить. 204-я. Здесь жил Чарли, которому дали пожизненное, но он, блин, абсолютно по-другому выглядит. Вообще по-другому выглядит. Реально другой человек. Крестик, крестик, крестик. В находках. Сто пудов в находках. Вот сто пудов. Ну-ка. Так и знал, что где-то уже видел этот крестик. Да ё-моё, я гений. Теперь Ларри сто пудов увидит Меган. Ладно, запускай свою штуковину, когда будешь готов. Меган? Ты вообще с нами? Это мой друг, Ларри. Мы хотели бы задать тебе несколько вопросов. Привет, Салли Крамсали. Ёбушки-воробушки.
Это нехорошее слово, Ларри. Эй, Меган, придется тебе его простить, он раньше никогда не видел призраков. Ничего страшного, мой папочка тоже порой говорит плохие слова. Ты где пропадала? В смысле? Я все время была тут. Я пытался до тебя достучаться. Кажется, живые не могут видеть обратную сторону. Обратную сторону? Да, мы все тут живем. Она совсем как эта сторона, только слегка другая. Знаешь кого-нибудь по имени Грег? Ой, такой про мамочкиного друга. Мне нравится Грег, он приносит мне конфетки. Помнишь про него еще что-нибудь? Только то, что он хороший и всегда приносит конфетки. О, еще его не любит мой папочка, но я не знаю почему. Что можешь еще рассказать про своих родителей? Я скучаю по мамочке, она больше не разговаривает. А папа? Папочка меня теперь пугает, он всех пугает. Но он не всегда был таким, раньше он был таким же хорошим, как мамочка. Что случилось? Я помню, что они поссорились, и он расстроился, а потом в грусть обратилась в гнев. Помнишь последние дни? Не знаю, все как в тумане. Ты ходил рыбачить на озеро Виндиго? А? Не, я ни разу в жизни не была на рыбалке, но мой папочка иногда ходил с мистером Джонсоном. Постой, с Джимом Джонсоном? Ага, как ты узнал? Он мой отец. Ой, значит, наши папочки дружили. Хи-хи. Ты можешь сказать, где он? Я слышал про него еще что-нибудь. Слышала я про него еще что-нибудь? Пожалуйста, я должен знать. Мне очень жаль, что ты потерял папочку, но я не знаю, где он. Я знаю только, что мой папочка и мистер Джонсон часто рыбачили вместе. Да. Мне жаль. Это твой крестик? Ой, да, где его вы нашли? Внизу. Сам на дне коробки с потерянными вещами. Этот крестик дала мне мамочка, она была напугана и сказала, что он защитит меня от всего зла в мире. А ты знаешь, где твоя мамочка сейчас? Она в своей спальне, но она меня больше не слушает. Мне кажется, она даже меня не слышит. Как думаешь, она... Ой-ой-ой, что такое? Папочка идет, ему не нравится, когда я разговариваю с людьми, мне нужно бежать, пока-пока. Погоди, я... Блин, жестко. Пятый уровень открыл. Охренеть. Вот дерьмо. Да, они обычно очень быстро смываются. Что ж, придется нам пробраться в спальню, только что вот вход в нее заколочен досками. Можешь раздобыть нам инструменты? Вообще, Дэвид одолжил у моей мамы лом. Но так его и не вернул. Можешь сходить к нему? Я уже раз за три к нему заходил, но он всегда отмазывается. Может, тебе больше повезет. Без проблем, спущусь на третий этаж и посмотрю, что получится сделать. Ребят, получается, нам сейчас в обмен на штаны надо будет... сейчас лом взять, да? Он наверняка сейчас залупит, скажет, а где мои штаны? Ты сходи, братиш, за штанами, я без штанов сижу, дай мне, типа, лом. То есть, наоборот, дай мне штаны, я тебе лом отдам. Ну вот правда, ну вот так и будет, а. 503-я заперта. Здесь больше ничего паранормального не появилось. 502-я. Здесь птичка была. А, не было здесь никакой птички. Господи, что с этой птичкой-то заладил? Здесь уже пентаграмму мы словили, птичек никаких нет. Здесь просто пустая квартира. Так, здесь у нас уже была эта штука. Да, в глаз заглянуть нельзя было. Вероятно, это какая-то своего рода пасхалка была. Так, третий этаж. Дэвид. Здорово, братишка. Можно я возьму твой лом? Я бы тебе его отдал, да только эта штукен держит мою полку, понимаешь, детвора за стеной в 301-й, конечно, милая. Но у них иногда адски шумные вечеринки, всю стену чертовки колбасит, из-за этого полка грохается каждый чертов раз. Если сможешь с ними потереть, чтоб потише выли, да тогда я тебе ломик дам погонять. Хорошо, я поговорю с ними. Сяпсал. Я б сам сделал, но у меня шматья чистого нет. Я ненавижу быть птицей птицей обламинго вечернего кайфа других людей.
Без проблем, сейчас вернусь. Увидимся. Сьерра. Привет, Сьерра, чем занята? Ой, привет, Салли, Крам Салли. Надеюсь выбрать запасное занятие для сегодняшней вечеринки. У нас с друзьями свои развлечения, но что-то никак не могу определиться. Ты не против, если я взгляну на твой список? Конечно. D плюс D. Киноночь, видеоигры, шахматный турнир, караоке, дискуссия. Как насчет этого? Ах, давненько у нас не было соревнований. Идеальный выбор на сегодняшний вечер. Да правильно, идеальный выбор. Блин, там Дэвид хоть отдохнет от вас, от шубных ублюдков. Я ему штаны принесу, он вам шею переломает ломиком, который он мне должен дать. Да, здорово, Си-Джей. Йо, чё, как, Сал? Ну, привет, Си-Джей, чем занят? Пытаюсь подобрать музыку на сегодняшнюю тусовку. Не против, если я взгляну? Да, без Б, чувачок. О, вот этот музон хороший. Точно не подойдет. Точно не подойдет. Ну, хорошая музыка на самом деле. Я думаю, что она там подойдет. Ну, это тоже хорошая. Как насчет этого? Чел, да от нее все уснут. Можно еще разок послушать те песни? А насчет этого? А, знаешь, в этой песне что-то есть. Она по классике. Такого никто не ожидает. Думаю, это то, что вам нужно. Я же ее изначально хотел выбрать. Ну, что-то как-то... О, самая девчачья девчонка. Самая такая прям... Азария. Привет, Зи. Как ты? Привет, Саль, Крам Саль. Да вот, пытаюсь выбрать игру для сегодняшней тусовки. У меня есть книга с играми, но что-то я не знаю. Могу я взглянуть? Конечно. Утка, утка, лось. Вышибала. Телефон. Пинг-понг. Я думаю, что самая подходящая для них игра будет... Шарады точно не то. Музыкальные стулья. Я думаю, что телефон самое то. А как насчет этой игры? Прям как в начальной школе. Возможно, мне помешает немного поностальгировать на этой тусовке. Спасибо, Сал. Думаю, все. Эта вечеринка будет намного тише. Но я здесь не проверил на паранормальное явление. И можно к вам в туалет забегу? Тра-та-та. 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 Да у вас что, туалет идеальный, что ли? У студентов туалет чище, блин, чем у семейных людей. Что за срань? Чуваку повезло, с двумя девчонками живет. Здоров, братишка. Можно я возьму твой лом? Я все разрулил со студентами, так что на этот раз их вечеринка будет намного спокойней. Вау, суперски, спасибо за помощь. Сара тоже будет довольна. В прошлый раз наша свадебная фотка чуть не навернулась. Рад помочь. Лады, секундочку, давай я тебе ломик вытащу. Ну-ка, давай. Вот он, дружище, всего хорошего. Спасибо, Дэвид. Спасибо и тебе. Теперь у нас есть ломик. Ломик, ломик, ломик. Это было в 504, да? Точняк. Думаю, у меня получится отодрать те доски ломом. Да.
спальня, там мама сидит в спальне. Давайте-ка мы вначале игру пройдем от греха подальше. Тут у нас уровень открытый, по-моему, висит. Шестой, по-моему, нет, не шестой. Начать. Пятый. Шестой у нас пройден. Дальнейшие игры прервало быстро заходящее солнце. И в этот миг девочка осознала, что ушла далеко вглубь незнакомого леса. Так. Ну а чё, надо по тропинке идти в лесу. Тропинка куда-то да выведет. По логике вещей. А может мы кругами ходим? Вероятно, мы ходим кругами. Там, блин, был... Да. Тут большое дерево. Ладно, пойдем сюда, например. Ну и выхода нет, мы кругами ходим. Теперь пойдем сюда. Пойдем сюда. Сюда. О! Пойдем вот так. Ну-ка. Что он из этого выйдет? Тоже, походу, дело круги. Или нет? Бляха, да, круги. Пойдем до сюда. Ага. Странно, ну раз здесь такое дерево, это точно намек на то, чтобы идти вниз. Ладно, пойдем сюда. Так, ладно. Пойдем сюда. Потом пойдем сюда. 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 Странный, конечно, уровень. Может быть, здесь надо вот смотреть, где на листике можно внимательно смотреть. Где чисто, туда и идти. Да! Где ты была? Я чуть не умерла. Я чуть с ума не сошла от волнения. Прости, мамочка, я потерялась. И вдруг было темно и... Тише, милая, все хорошо. Вот, возьми это. Бабушкин крестик? Он защитит тебя от любого зла. Тебя больше не нужно будет бояться. А как же папа? Ему не нужно говорить. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Ага. Да, интересно. Ну что, друзья, в спальню мы пойдем в следующей серии. Благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и вступать в паблик ВКонтакте, писать комментарии, ставить лайки. И встретимся с вами в следующих сериях прохождения игры Sally Face и других прохождениях. Всем удачи и пока.